Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно уловистом слаге, который я использую для ловли окуня. Слаг от компании Select. Модель называется Air Tail в размере 2,5 дюйма. Приманочка имеет длину, в переводе на русский, скажем так, мерила 60 мм, поставляются в упаковочке по 7 штук. В данном случае у меня расцветка 0,71. По заявлению производителя, данная расцветочка имеет свечение в ультрафиолетовом спектре. Приманки являются съедобными. Мне Select компания довольно-таки нравится. Очень качественно изготавливают силиконовые приманочки. Приманки внутри упаковки расположены на такой прозрачной пластиковой пластиночке. Сами приманки имеют такое вот специфическое, скажем, тело, напоминающее нам некого упитанного червячка. Тело до половины приманки довольно-таки толстое и имеются небольшие ребристые выступы на поверхности тела. Далее тело заметно утончается, переходя в такую тоненькую хвостовую часть. И ребра, за счет того, что тело утончается, ребра как бы становятся довольно большие, скажем так. Уловистость данной приманки по окуню довольно-таки неплохая. За счет того, что приманка имеет довольно-таки неплохую игру, достигающуюся эластичностью данной приманочки. Отлично работает данная приманка на джиговой проводке и на проводочке в толще воды. Ну, как бы медленная подмоточка выполняется с мелкими такими подергиваниями, дрожаниями, удилищем. На, скажем, таких рывковых ударных проводочках данный слаг довольно-таки интересно движется, то есть имеет довольно неплохую анимацию, что как раз таки и соблазняет окуня на поклевку. Одна из лучших проводок все же это классическая джиговая проводка, ступенчатая, придонная, соответственно, с простукиванием приманки о дно. Оснащение данной приманки отлично подходит либо офсетный крючок, одно из лучших, скажем, оснащений, либо одинарный крючок с шарнирно закрепленной чебурашечкой. Также, если, конечно, довольно-таки тяжело найти такого размера джиголовки, но если подобрать джиголовку с жестко впаянным крючком, где-то только чтобы крючок доходил вот, ну, максимум до конца вот этого, скажем, толстого тельца, тоже данная приманочка неплохо будет себя показывать. Приманка стоит довольно-таки недорого. Окуня ловит довольно неплохо. Зачастую окунь отказывается брать на какие-то твистерки. Ну, то есть, мало активность проявляет на каких-то раков. И вот зачастую порой выручают такие приманочки по типу слага. Соответственно, приманки нужно подбирать под настроение рыбы. И с успехом как бы дальше вот продолжать ловить, подобрав приманку. Приманка неплохая, стоит довольно бюджетно, по окуню работает однозначно. Лично сам уже неоднократно проверял. Всем спасибо за просмотр. До свидания.